Audi Россия расширила премиальный сервис подписки Audi Drive. Теперь клиенты могут оформить подписку сроком от 6 месяцев до 3 лет, а также выбрать подходящий тариф в зависимости от пробега. Кроме того, линейка автомобилей, доступных для долгосрочной аренды, пополнилась прогрессивным электрическим купе-кроссовером Audi e-tron Sportback. Два электродвигателя суммарной мощностью 408 лошадиных сил и электрический полный привод Quattro гарантируют фантастическую динамику и безупречную управляемость при любых дорожных и погодных условиях. Так, Audi e-tron Sportback ускоряется до сотни менее чем за 7 секунд. При этом аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода до 450 км без дополнительной зарядки. По подписке Audi Drive также доступны новейшие Audi A3, A4, A5 Sportback, A6, A7, плюс кроссоверы Audi Q3, Q5 Sportback, Q7 и Q8. В стоимость подписки Audi Drive входят все расходы, связанные с владением автомобиля. Это полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание и зимняя резина, включая услуги по шиномонтажу и хранению. Кроме того, клиенту не нужно беспокоиться по поводу доставки автомобиля по указанному им адресу. Вдобавок, подписка покрывает ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и даже подменный автомобиль на время технического обслуживания. Проект реализуется совместно с компанией «Белка Кар» и позволяет оформить подписку в Москве и Московской области с последующей эксплуатацией автомобилей на всей территории России. По желанию клиента к сервису может быть подключен второй водитель. И еще одна новость от «Четырех колец». До сих пор горячие кроссоверы Audi SQ5 можно было купить только со стандартным кузовом. А теперь на нашем рынке вдобавок появился мощный Audi SQ5 Sportback. Спортбеку также полагается 3-литровый V6, с которым идут 8-ступенчатая автоматическая коробка и постоянный полный привод. Он может разогнаться до сотни за неполные 5 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Стандартное оснащение включает пневматическую подвеску, 20-дюймовые колеса, комбинированную обивку сидений, трехзонный климат-контроль, виртуальные приборы, систему бесключевого доступа, светодиодные фары и многое другое. Притом премиальные купеобразные конкуренты обойдутся намного дороже новинки от Audi.